Всем привет! Сегодня приготовим с вами вместе блинчики. Так, нам потребуется одно яйцо. Такой крупный желток, прям хороший. Так, сахар. 2 столовые ложечки. Немножко батона. Ну, можно немножко соли, щепоточку. И 0,5 литра молочка тепленького. Можно даже горячеватого. Добавляем муку. Муку всегда сыплю на глаз. Так, вот такое тесто получилось. Будем печь. Чуть не забыла. Нам еще надо добавить немножко растительного масла. Где-то столовую ложечку. Вот и тесточка готова. Подготавливаем сковороду. Я всегда смазываю первый блинчик растительным маслом, чтобы не слипся, не прилип к сковороде. Вот такое тесто получается, все в пузырьках. Вот такие блинчики у нас получились. 0,5 литра молока, столько блинчиков. Всем приятного аппетита. Длинненький. Это будет Туркестан плитки. Сейчас. Так, пусть постоит 5 минут. Постояли в воде 5 минут. Так, Туркестан плитки. Какие они красивые. Запах прям, вот прям пыль прибитая дождем, вот вообще, просто можно было нюхать, красота. Жирные. Какая красота. Камера не передает эту красоту. Они прям делятся по слоям. Много-много-много слоев. Вкус картошки. Вот с погреба достаешь, на запах, на вкус прям пыль-пыль. Туркестан сливки. Ну, не слоеная. Залипла. Вкуснятина. Значительно мягче откусывается.
Не соленая, пыльная, сливочная масса. Розовая взбичка прям покрылась солью у меня. Посмотрите, прям соль вышла с нее. Она у меня в пакете лежит, даже я ее не вытаскивала. Прям соленая. Давайте попробуем. Как я ее обожаю. Простите за шум. Забываюсь, когда кушаю. Забываю обо всем на свете. Твердая. Волосы покрасила. Мечтаю попробовать Туркестан белый. Но пока поставщика нету. Сказал, скоро будет. Так. У нас еще есть молочек Чураева. Будем снимать залипание. Прям все залипа. Вкусно, но залипучая. Чураева. Этот вкус прибитой пыли, звездки. Сколько у меня во рту вкусов. Туркестан сливки. Туркестан плитки. Солененькая узбекская. Чураева. Сливочно-соленая. Пыльная. Туркестан сливки. Чураева.
Узбечка. Туркестан, Палестина. Залипательно. Что могу сказать по поводу туркестанчиков? Мне очень понравилось. Сливочно, пыльно, залипательно. Ну, никак не мешал, наоборот, это все долго-долго во рту. Вот эти вкусы перемешивались, не растворялись. Буду всегда заказывать, потому что мне очень понравилось. Ждем еще Туркестан белый. Ни раз не пробовала, еще раз говорю. Очень хочу попробовать. Узбечка – это мой фаворит. И вместе с Туркестаном добавляла немного солинку. А мелочек Чураева, он это все растворял. Получался коктейль во рту, взрыв мозга. Ну, фаворит мой – розово-узбекская. Мега просто сливочная, немного сырости отдает, и вот она как-то комочком. Если Туркестана они растворялись, залипали по всему рту, узбекская она как-то комочек превращается и не залипает. В общем, очень вкусно было. Спасибо девушке, которая мне это все посоветовала. Буду кушать так всегда. Люблю всех, целую, пока-пока.